За последние 5 лет детская хирургия в Чувашии сделала огромный шаг вперед. На сегодняшний день в республике выполняются операционные вмешательства любого профиля. Внедрение современных методик лечения улучшает качество жизни детей. В последние годы снизилась средняя продолжительность послеоперационного периода. Все это сделано во многом благодаря обмену опытом с ведущими специалистами страны. Медицинские учреждения республики посетил сегодня главный детский хирург Москвы Александр Разумовский. После посещения чебоксарских больниц Александр Разумовский встретился с главой Чувашской республики. Говорили о качестве медицинской помощи в целом и о том, что изменилось в республике с прошлого визита хирурга. У меня прямо на глазах происходят очень такие значительные изменения. Я представляю детскую хирургию, я могу говорить только о детской хирургии. Я вижу, что как много сделано за последнее время в вашем регионе, в частности вот в детской больнице. Здесь руководством республики и руководством этой больницы произведены такие организационные изменения, когда укрупнение произошло, объединение таких мелких, так сказать, структур в одну единую управляемую систему. И это, с моей точки зрения, привело вот к улучшению качества организации, ну и, разумеется, результатов лечения. И руководство республики, это очевидно, сделало очень много для того, чтобы насытить вот это учреждение самым современным оборудованием. Несмотря на то, что современным оборудованием сегодня оснащены почти все медицинские учреждения республики, самым важным критерием оценки качества медицины является профессионализм врача. Никакое оборудование не заменит интеллекта и знаний, подчеркнул Александр Разумовский. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.